Вениамин Кондратьев обсудил вопросы поддержки машиностроительной отрасли в регионе с министром торговли и промышленности страны Денисом Мантуровым. В совещании приняла участие и учредитель концерна «Катарина Класс». За первые полгода 2017 года компания уже освоила почти 80 миллионов инвестиций. А согласно подписанному договору, аграрии могут покупать необходимую технику немецкого бренда со скидкой в 15%, что не только делает сельхозмашины доступнее, но и снижает зависимость от западного производителя, отметил Вениамин Кондратьев.